Руслан Шумахов, «Слезы черкеса». Скажи, черкес, ты плакал или нет? Меня волнует твой ответ. Дороже крови для мужчины слезы, они не то, что мартовские грозы. Я гордый взгляд черкеса увидал, моим словам он смысла не придал. Ты спрашиваешь, плакал я или нет? Тогда послушай мой ответ. За родину я долго воевал, я хоронил друзей и горевал, но слезы не лились из глаз, а за друзей я отомстил не раз. Мой брат родной убит был на войне, хватило в жизни горе мне вполне, но слез моих никто не видел вновь, они дороже для меня, чем кровь. Отец в земле сырой лежит, но дух его, как жар, горит. Пред смертью мне он завещал, чтоб мать родную защищал. Моя родная мать, любил тебя, как день, как ночь прекрасную, как в жаркую погоду тень, как лучик солнца, что с утра я сияет, как ручеек, что с камушком играет. Покинуло меня мой солнце луч, как будто скрылась ты во мраке туч. С отцом тебя я рядом хоронил, и у Аллаха рай для вас просил. В тот день стоял я посреди могил, но слез я не пролил. Хоть влага и заполнилась глаза, но не стекла ты по щеке слеза. Я молвил, много ты видал, но честь свою ты не продал. Дороже крови для мужчины слезы, они не то, что мартовские грозы. Я все стоял, черкес молчал, я тихо головой качал, и вдруг черкес заговорил, мою он душу поразил. Сказал черкес, когда стоял у моря, с родной землей прощай навсегда. Садился на корабль я полный горя, и знаешь, ты случилось, что тогда. Я плакал в первый раз, и слезы капали из глаз. Душа рвалась моя на части, ты знаешь, что за это за страсти. Я как мечтал в земле отцов найти себе последний кров. Боль мою менять. Молчал, и я. К чему пустая болтовня? Погас очаг, черкеса жизнь за ним. Он на чужбине был, как пилигрим.